6 октября 2023 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Сейчас я проснулась от страшного взрыва. И ни одного. Несколько было взрывов. Я не знала, сколько время, но, судя по всему, около 7 утра. 7 еще не было. Амиран тоже проснулся, но я его укачала, у него кроватка стоит прямо рядом со мной, и чтобы он дальше не просыпался, я хотела потянуться за своим телефоном посмотреть, но у меня телефон стоял на зарядке далеко, в общем, чтобы не будить Амирана, я решила не вставать. Уснуть уже не получилось, но я лежала, делала вид, что я сплю, чтобы Амиран тоже уснул. Амиран уснул. Через какое-то время у меня стал просто разрываться телефон, все стали звонить, спрашивать, бабушка, мама, в общем, все стали спрашивать, что же происходит, что друг с другом перезваниваться, в общем, это ужас, то, что происходит. Я не буду говорить, куда попали, но у меня уже несколько знакомых было сейчас на месте событий, полностью мне рассказали, что произошло, где это было, это центр города, это от меня, от моего дома. Ну, километр, да какой километр, наверное, меньше километра. В общем, это вообще недалеко от моего дома. Вылетевшие окна у всех, руины. В другом месте, куда попала, я туда собиралась сегодня идти, в тот район, купить овощи и персики. Вот вчера я сидела и обсуждала то, что я сегодня пойду за продуктами питания туда. В общем, туда попала куда-то, я не знаю, не видела, но то, что мне рассказали мои знакомые, что попала куда-то в жилой дом, под завалами был ребенок, а потом мне перезвонили и сказали, что ребенка достали, спасти его не удалось, 11-месячный ребенок погиб под завалами дома. То, что происходит, это просто какой-то трэш. Вчера под моими видео, и вчера, и под одним видео, и под другим, писали люди. Одни писали, что Харьков весь будет в руинах, осталось недолго, стоит лишь подождать. Когда я заблокировала человека, он стал писать с другого мне аккаунта, что он еще обиделся, что я его заблокировала. С другой стороны, писали, когда же уже долбанут по тебе, чтобы ты наконец-то начала осознавать, что происходит. То есть, по сути, мне желают смерти с двух сторон. Ну, сейчас дело не в этом, я не собираюсь это обсуждать, кому-то жаловаться и так далее, просто, знаете, как-то уже хочу сказать, что я никогда никому не желаю пережить тот ужас, который сейчас мы переживаем, никогда и никому. И вам хочу сказать, не желайте никогда никому того, что завтра может случиться с вами. Не делайте этого. Нора вообще не слышала взрыва, слава богу. Амиран слышал, но мне удалось его успокоить. Естественно, снимать ничего нельзя. Я еще раз скажу, я уже все слышала от и видео увидела от своих знакомых, от очевидцев, которые сейчас шли на работу, и все мне это показали. Самое страшное, это когда гибнут дети. Вот самое страшное для меня в сегодняшнем утре, это погибший ребенок. Комментарии, скорее всего, я закрою, потому что
Для людей, для меня это жизнь, а для людей это шоу. Они смотрят, они так развлекаются, для них это какое-то, я уже говорила, особенно вот люди, которые сидят за 3-9 земель, для них это, да и просто в других городах, которых не прилетает. Для них это такое реалити-шоу за стеклом смартфона, остаться в живых, последний герой, не знаю. Как это назвать, но это правда, потому что вы не видите очень многих комментариев. Я удаляю очень много, а именно блокирую людей. То, что пишут, человеческая жестокость, человеческая глупость достигает просто какого-то... пика. Я хочу сказать, просто люди, опомнитесь. Если такая жестокость в комментариях, то как же может война прекратиться? Как может закончиться война, если настолько люди друг друга вообще проклинают и ненавидят в комментариях и желают друг другу смерти, и даже мне постоянно регулярно, и моим детям? Не знаю, мне сейчас так трясется рука, что, наверное, и стабилизация телефона не поможет. Или нога, я уже не знаю, в общем. Увидимся с вами позже.